9 утра с копейками, 9:40. Если вы думаете, что я испытываю большую радость и подъем патриотизма вот от того, что метрах в 300 над домом на форсаже ходит вот это вот, то ошибаетесь. Я уже минут 10 в фестивале. Пятая сушка. Все, вроде ушел. Просто я считаю, что такие фортели он должен выделывать не над городом, а в зоне, в тренировочной. Хоть и праздник, хоть и все. Ну, или над аэродромом в крайнем случае. Все-таки у нас не Сирия тут пока еще. Хотя хрен его знает, знаете. У Вовы может шиза уехать и приказ бомбить Воронеж или Комсомоль запросто. Вот такие вот новости. Ну, не радостно ни разу от этого всего. Абсолютно. Все, вроде ушел.